тебе, значит, в городе, Вадим Литвинов? Свободы не хватает, да? Развернуться негде. Да, Литвинов встречается с Голицынской дочкой. У них свадьба скоро. Скажи мне честно, Вадим, ты хоть немножко любишь Ксению? Что ж ты делаешь, дрянь такая? Ты сейчас все это будешь языком вылизывать. Уволи ее! Так что, если мы Литвинову в сауну на десерт подсунем не записную шалаву, а скромную, милую, невинную девушку? Трое внуков у меня, получается, только ты одна внучка. Вера и Санек, они хорошие. Да. Просто немного безалаберные. А ты и так уже мне должен пару десятков, тыщенок. Гони должок. И сроку я тебе даю. 3 дня. Мне же сейчас нет, где же я возьму? У тебя ведь еще одна сестренка есть. Если твоя Оля придет туда, куда я скажу, и развлечет моего гостя, ты понимаешь? Я тебе долг прощу. Пойдет наша Олька в саун. Не просто пойдет, а побежит. Олечка, меня похитили. Они меня убьют. В общем, он хочет, чтобы ты завтра подъехала в одну сауну и развлекла одного заезжего перца. Девочки, дяди все свои вопросы порешали. Тебе, дядям, надо отдохнуть. А что такое? В чем дело? Что за вид? Ну-ка, быстро давай переодеваться. И смотри, не перепутай клиента. Если он что-то заподозрит, мало тебе не покажется. Ну ладно, мы пойдем. Не пойду. Сегодня право выбора принадлежит гостю. Конечно. Да пусть девушка выберет. Правду должны знать все, потому что Олечка Терентьева шлюха из сауны! Да я тебя сейчас... О, смотрите, и дочечка ваша приехала! Федя! Отлично, сосна! Федя! Так опозори! Вера, а где твои синяки? Какие синяки, Оль? Ты же видел запись, Саш. Мы же с тобой вместе решили. Ничего я не видел. И ничего мы с тобой не решали.